Если вы хотите, чтобы вышел следующий ролик по Драгисану, давайте-ка пускай это видео наберет хотя бы 50 лайков. Хей-хоу, друзья, с вами снова Борода, и мы продолжаем проходить Драгисан онлайн. В прошлый раз мы остановились на том, что подошли к первой главе, и думаю, стоит это дело продолжить. Так что отправляемся дальше в путь. Я, кстати, немного приоделся. У меня есть вот такой вот двуручный топорик. Кстати, я не уверен, что двуручный топор гораздо лучше, чем одноручный топорчик и щиток. Но пока что мы походим так, потому что уж больно брутально он смотрится, и мне это нравится, если честно. Дамажик у нас 12-22 и критический урон 106%, ну, в плюсике. Плюс этот топорик дает плюс 7, плюс 8 урона. Что, в принципе, неплохо. И в итоге у нас получается базовый урон 40-50. Что, в принципе, дерьмово. Итак, давайте-ка выполним первый квестик. Отправляемся на беседу с деревенским приставом. Так, для того, чтобы это выполнить, нам нужно зайти вот в эту локацию и найти деревенского пристава. В принципе, вот он прямо-таки сразу стоит. Так, хорошо. И... поехали, друзья. Влияние зла. Господин, я так рад, что вы здесь. Там, в Сертвильских лугах, покойники восстают из мертвых. Они бросаются на все живое. Крестьяне сбежались сюда, к нам. И теперь живут на улицах. Святой Агатон. Что нам теперь делать? Ну, ребятки, я думаю, нам стоит им помочь и сжечь 5 штабельных трупов, 5 штабелей трупов. И убить 25 восставших мертвецов. Я думаю, для нас это не составит большого труда, и мы с легкостью сможем выполнить эти квестики. Ну вот, например, наш первый бродячий труп. С одного удара. Ребятки, всего лишь один, черт возьми, удар. Так, и кровавая резня — это наш новый скилл, который атакует всех противников вокруг тебя размашистым ударом, который в радиусе 3-3 метров наносит им физический урон в размере 45% от вашего базового урона. Ну, я думаю, в принципе, это не так и плохо, как могло бы быть. Так что можно будет этим и попользоваться. Но для этого, я думаю, имеет смысл побольше заагрить для себя мертвецов. Чем больше мертвецов, тем быстрее мы пройдем квестик и легче все это дело выполнить. Вот, правда, только я не особо много вижу, если честно. Вот, допустим, вот эту штуку мне нужно было сжечь, и тогда вот появился один мертвец. Так, ну, одного мертвеца мне мало, и не хочу я, как бы, мелочиться, так сказать, что ли, ради одного мертвого. Так, поджигаем вот эту хрень. Вот там показывается, что есть еще что-то. Да, вот, еще один штабель трупов, который можно с легкостью поджечь. Отлично. Так. Ну что, два мертвеца, это, как по мне, очень мало. Блин, надо бы поискать больше, мне кажется. Поэтому отправляемся в гущу событий. И надеемся, что тут мы сможем заагрить кого-то. О, да, детка. Вот это то, о чем я как раз таки и говорил. Это как раз таки то, что мне было нужно. Да, парнишка, отлично. Так, что это, кстати, такое? Короткий меч. Я не думаю, что он... особенно сильно мне понравится, но... коль уж он валяется, почему бы и не взять? Да. Кстати, кажись, тут повыносили всех и без меня. Черт возьми. Они призвали меня на службу, но тем не менее, служить-то мне незачем. Потому что тут даже нету никого. Ребятки, мертвецы, ау. Мне-то сказали, что тут есть работенка. Давайте-ка, сбегайтесь все на меня, черт возьми, да побыстрее. Потому что я хочу надрать вам за... ай-яй-яй-яй-яй. Так. И в натуре, ребятки, а работы-то нету. Нету работы. Вот кого мне убивать? Блин. Меня тут напугали. Сказали, что есть куча мертвецов, которые постоянно восстают из мертвых. Но в итоге я прибежал сюда, и я не вижу ни одного. Вы убили... ну сколько? Ну, 5 максимум. И все. И за это вы меня вызвали на работу? Кошмар, братцы. Ну вот, есть еще несколько парнишек, в принципе. Но этого немного.
Так, этого мне недостаточно, черт возьми. Я хочу гораздо больше трупов. Так, ну вот еще есть немножко. Но это реально совсем немножко. То, что мне нужно убить, число гораздо выше. Я убил только 14 трупов, и все. 14 трупов, пробежав дважды уже всю локацию. Ох, черт возьми. Это плохо, ребят. Это очень плохо. Так. О, да. А вот это, кажись, то, что мы искали. Неужто? Неужто вы меня нашли, братцы? Давай, давай, черт возьми. Еще 4 ублюдка. Мне нужно найти 4 ублюдка. Так. Я уверен, здесь я вас найду. Так. Нет, это не мертвец, кажись. Кажись, тот человечек еще дышит. Вот они, вот те 4 парнишки, которые... Отлично. И, кстати, нашел я поясок. Давай-ка мы поясок наденем сразу же. Так, одиночный меч, кстати, 7-10 дамага, в принципе, неплохо, я бы сказал, но нет. Так, а пояс аж на 7 левел, у нас-то пока 6. Но я думаю, если мы сейчас выполним квестик, левелок-то мы поднимем. Так что бежим, быстренько отправляемся назад. Вроде... А, нет. Блин, еще одного говнюка нужно замочить. Это обидненько. Так, ну, надеюсь, что по пути-ка мы его встретим. И нам не придется возвращаться обратно. Поэтому движемся в сторону выполнения квеста и ищем всего лишь одного мертвеца. Одного однюсенького. Больше мне не нужно. Один раз ударить и уйти на покой. Ага, вот, отлично. Как раз и то, что я искал. Да, спасибо. Благодарствую, ребятки. Ну и можно, думаю, выполнить этот квест. Быстро. Да, скоростушки ему не помешало бы добавить, но со временем, я думаю, это придет. И вот, буквально за поворотиком, мы уже и сдаем наш квест. Отлично. Так, ну что, начало есть. Ага, да, мы сожгли. Так, мы благодаря вашей помощи здесь теперь не так много нежити. Мы нуждаемся в помощи. Попробуйте пробиться в King's Hill и организовать нам поддержку, хорошо? Ребята, в King's Hill мне пробиться. Ха, да это расплюнуть, друзья, серьезно. Вот тут пройти пару метров и все. Буквально пару гребаных метров. Сейчас мы это вам организуем, ребятки, очень быстро, так что не переживайте. Мучим на полных парах. Так, ну что же, как я и говорил, тут бежать-то всего несколько метров, и вот мы уже на месте. Отлично, влияние зла. Вы из Гримфорла, господин. Но крестьянам удалось бежать. Так, что вы имеете в виду? Кингсхилл должен прислать подкрепление. Мои люди почти все мертвы. Боюсь, что и Гримфорду придется обойтись какое-то время без поддержки. Вот же ж ублюдки, ты прикинь, какая солдатка это байна. Я бы тебя наказал, моя сладкая. Уж больно некрасиво ты поступаешь. Люди гибнут. Они ждут твоей поддержки, а ты, падла, тут стоишь и говоришь, что нету людей. Фух, это плохо. Ну что ж, четвертый этап, друзья. Явилась какая-то завуалированная фигура и воскресли мертвые. Многие из них погибли в первом бою, и среди них был капитан Джереми. Большинство нежити собирается вокруг кладбища, или же они приходят просто оттуда. Сначала нам надо позаботиться об этом, а уже потом думать о помощи Гримфорду.
Так, ну что же, хорошо, я так понимаю, мне придется об этом позаботиться и отправиться на кладбище. Пошли, в принципе, тут идти-то 2 метра. Давайте, я надеюсь, вы будете побыстрее воскрешаться. И я, в принципе, готов вот тут в середке стоять и просто вас косить, ребятки, штабелями. Реально, мне это не составит большого труда, вы лишь бы успевали появляться. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Есть вот такой вот скилл, который мы говорили, который новенький, ребятки, да. И мне хотелось его заюзать, посмотреть, как он смотрится, и только что мы это увидели. Ну, в принципе, неплохо. Так, и это есть хорошо, еще 2 человечка. Вот это мне нравится. Вот это другой разговор, реально. Тут не пришлось много бегать, много ждать, буквально несколько ударов, и все. Квестик можно бежать, сдавать. Так, хорошо, сдаем квестик. Тогда зомби на кладбище мертвые. И 5-й этап из 5. Значит, бродячие мертвецы приходят из малого склепа. Значит, надо ударить по нем. Попробуйте найти и устранить источник всего этого зла. Итак, ребятки, сейчас мы будем, наверное, спускаться в первое наше типа подземелье, что ли. И я думаю, вот это как раз-таки будет интересно. Вот наш вход, и давайте-ка загрузимся. Я, кстати, предполагаю, что тут мы встретим первого более-менее солидного боссика для нашего левела. И, ребят, если честно, я просто уверен, что нам удастся надрать ему зад. Тем более, что бежать-то тут совсем чуть-чуточку. Так что вот так вот, пару удачков тебе и тебе, парнишка, немного. Ну и ради приличия нужно не забывать и об лучниках. Я думаю, они тоже заслуживают моего внимания. Попробуй-то, клиночек закаленный. Падла ты такое. Ах ты ж падла заморская, падла восставшая. Сейчас мы накажем, всех накажем, всем хватит. Это я вам говорю. Отлично. Так, перемещаемся по локации дальше. В принципе, тут должны быть, кстати, еще где-то сундучки. Так что нужно быть повнимательнее. Не хочется ничего пропустить. И, да, блин, я радуюсь любому дропу. Черт возьми, даже самому малейшему клиночку. Белому, простому, без каких-либо бонусов. Это же настолько круто, блин. Так, даже этот скилл валит массово. Это очень хорошо и это очень, блин, пригодится, я вам скажу так. Я это запомнил. То есть почти все скиллы, что у меня есть, они будут валить, наверное, массово. Только посмотрите, отлично. Буквально 1-2 удара, особенно если еще и критануть, то все. Кажись, им будет сразу же смерть. Так, у нас тут какие-то зубы. Давайте-ка посмотрим. Эх, ты падла. Заныкался, подлец. Бэм. Оу. Я аж разрушил ступеньки. Обалдеть. Так. Зубы это амулетики, я понял. Хорошо, поясная лента. Так, что же тут получше? 3 урона. Ну да, мы возьмем 3 урона. Так, чем больше дамага, тем лучше. Тем больше будут лететь их зубы. Так, парнишка пришла. Да что ж ты поделаешь? Что-то, ребятки, я тут рушу прямо-таки все. Мне очень жаль, но я надеюсь, меня не заставят за это платить. Потому что денег у меня особо нет. Фух. Так, вот он, восставший капитан Джереми. Кажись, это тот парнишка, заради которого мы сюда и пришли. Он меня оглушил! Да что ты себе позволяешь, ах ты ж засранчик! Оу, а вот это было больно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Уж больно, больно, больно вот меня шлепал. Подлец. Так, сейчас, 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 сейчас. Я с вами поквитаюсь. Я отомщу за себя. Эм. Хорошо. Так, и давайте-ка посмотрим, что нам тут упало. Хорошо, это что такое? 7 отмычек, щит. Так, отлично.
Смотрим. Нам упал довольно-таки неплохой щиток, я вам скажу, на 788 боевого рейтинга. Потом нам упали наплечнички и отмычки. Кстати, отмычки, ребятки, вот это, кстати, таки очень хорошо. Тут еще есть эссенция боя, которая увеличивает наш дамаг. Но ею мы пользоваться пока что не будем, потому что, ну, без надобности. В принципе, мы и так неплохо справляемся. Я думаю, можно выходить отсюда и отправляться сдавать квестик. Так, ну что же, вроде как я добежал, надо сдать квестик. И мы закончили вроде бы первую главу. Но я могу, кстати, ошибаться. Но, по крайней мере, 5 из 5 этапов мы сделали. Так, мастер Винтрандер, Кингсхилл, один из одного. Здесь ты уже больше ничем не сможешь помочь, Борода Гейм. Я останусь здесь с посохом Гриммиджа и посмотрю, можно ли вновь отстроить крепость. Ступай в Кингсхилл, расскажи Матильде, Кин о здешнем нападении. Союзники должны что-то предпринять. Хорошо, 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 хорошо. Так, и еще какой-то квестик я взял попутно. Зажгите 3 огня. Хорошо, давайте-ка быстренько зажжем 3 огня и отправимся в Кингсхилл. Кингсхилл, кстати, для меня пока что основной город, где происходят все самые лучшие и яркие события. Поэтому зажигаем тебя, парнишка. Здесь вот еще один есть. Так, вот, совсем рядышком, да. Поэтому и его нужно поджечь. И еще один огонек остался. Вот, буквально он рядышком, поэтому, я думаю, стоит его зажечь. И отправляемся обратненько. Так, хорошо. Зажгли огни, отдали квестик. И давайте-ка зайдем в Кингсхилл. Да, думаю, нужно, 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 нужно. Так, все, идет загрузочка и наш новый город. Так, да, это все хорошо. И прежде всего, что я хочу сделать, я хочу вернуться в старый город. Так, вот, вот этот телепорт мне надо. Так, Гриммидж Стоун, да. Давайте-ка мы телепортнемся. Если я не ошибаюсь, это как раз-таки наш городок, который мне был нужен. Так, потому что здесь, ребятки, есть еще несколько квестиков, которые я хотел бы выполнить. Так, господин, можете мне помочь? Когда на лугах появились эти зомби, они напали на мой дом. Кто-то из них прихватил с собой мой кожаный кошелечек, который был полон эссенции. Так, хорошо, мне нужно вернуть ему кошелек. Помимо этого, есть еще какая-то вот горбатая бабулька. Молодой человек, моей подруги Ирны нет среди беженцев. У меня очень больные ноги. А вы полны сил, ведь правда? Сходи в луга, поищи Ирну. Она живет у родников дворца на востоке. Или двора. Ладно, хорошо. И еще один квест. Так, вот эти три квестика мы берем, выполняем. И чтобы здесь меня уже больше ничего не задерживало. И потерянный сын. То есть мне нужно найти, попытаться найти и вернуть домой сына. Фух, кажись, ребятки, работка у нас будет непростая. Так, но придется попотеть, чтобы как-никак сделать доброе дело. Потому что вернуть сына, это, ребятки, это вам не просто так. Это все-таки того стоит, мне кажется, и без этого никуда. Поэтому отправляемся в локацию в поисках сынка.
Так, ну что же, отметочка на карте показывает, что сын как раз-таки Джорджа где-то здесь, и я так понимаю, вот в этой бочке. Груз найден, отлично. Так, в принципе, вроде как все мы сделали. И вот эти застранцы мне вроде как типа мешают, что ли, я не пойму. Еще опупели совсем. Вы знаете, с кем вы связались? Это же Борода Гейм, черт возьми. О нем ходят слухи даже на Дальнем Востоке, чувак. Зря ты к нему полез. Вот это я тебе серьезно говорю. Так, получай, получай, получай. Реально, один удар, и он улетает. Хорошо, все, бежим, отдаем квестик. Хотя, стоп. А зачем бежать заради одного квеста, если можно выполнить оставшиеся квестики, и тогда уже вернуться и сдать все три? Тем более, что это рядом. Вот представьте, какую глупость я только что мог сделать. Так что вот буквально вот здесь он мне показывает, нужно убить вот этих засранцев, чтобы выбить кошелечек. Да? Нет, это цепь. Так, и я-то думал, сразу же и выбил. Ну ладно, давайте-ка еще походим. Типа вот у тебя, да, костлявая голова, должны быть кошелечки, которыми меня вознаградят. Так, давай-ка тебя попробуем. Хорошо, без вопросов. Что-то ни у кого нету этих кошельков. Мне это не нравится. Эй, алло, они мои, брат. Этот застранец не дает мне выполнить квест. Разве так можно? Вот же ж говнюк. Вот же ж говнюк. Ты представляешь, что творит? На. Хорошо. Фиг тебе. Мои зомби. Я не отдам тебе ничего. Тихо. Кстати, кошелечек там не падает. Ну вот что за неблагодарность? Я-то стараюсь тут так, изо всех сил. Трачу свою силу. Они... О, рукавицы, блин. Нет, мне нужны не рукавицы. Я пришел за гребаным кошелечком, ребят. Кошелечек, знаете, туда, где ложат мани, ну или в данном случае эссенс. Но никак не за рукавицами, амулетами и прочих. Ладно. Так, это накидка, черт возьми. Фух. Кажись, будет сложно. Все не так быстро, как я предполагал, друзья. Ну ладно, давай. Вот тут есть еще пара ребят, с которых мне тоже нифига не падает. Ну, если честно, ребят, я уже даже не удивляюсь. Наверное, мне придется зачистить несколько раз эту локацию, чтобы выбить все-таки недостающиеся части эссенции, то есть кошелечка, и выполнить этот квест. На. Давай, давай, братишка. Ну, я чувствую, что где-то рядышком. Уже совсем чуть-чуть, вот в пару шагов сделать, и я получу этот кошелечек. Давай. Ну же, упади. И ты сдохни, падла. Давай. Черт возьми. Кажись, все будет не так просто. Я уже и левел взял. Кошелька все нету и нету. Ужас. Это просто ужас. Так, парень, подожди. Все. Кажись, нужно быть более яростным. Получай. 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 Тихо, не туда ударил. Вот сюда беда. Хорошо, забираем медь. Пошли, 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 пошли. Так, а ну-ка. Воу, да ладно, наконец-то. Кожаный мешочек, мины. Большое вам спасибо. Соизволили все-таки мне его отдать. Так, губительное варево. Так, вот это, наверное, еще мне осталось выполнить. Так, постучите в дверь родникового двора. Ирны. Хорошо. Бежим. Далеко, кстати. Так что, поехали. Так, мы на месте. И чего тут должно произойти? Что-то она нам должна отдать. Ха! Смотри, у нее там живая тыква или что-то в этом духе. Вероятно, тоже, как и мертвец, ожила. Хорошо, давай. Так, стоп. Что-то пошло не так, вероятно. Ну, давай попробуем тут что-то сделать. Котелосмотр, навигация по факту завершена. И вроде как хвостик мы выполнили. Ну что ж, возвращаемся. Поехали.
Так, хорошо. Мы в городе. И давайте-ка сдадим целых три квеста. Что-то мне подсказывает, что левел мы еще не получим. Да, держи. Сына мы вернули. Хорошо, интересно, он его тоже в рюкзаке носил? Или как? Так, мини мы должны отдать эссенции. Лови, мадам. И бабульке какое-то зелье, я так понимаю, для ног. Или что-то в этом духе. Так, выходим. Так, и тут у нас больше квестиков никаких нету, поэтому я думаю, стоит использовать камешек и возвратиться в Кингс Хилл. Так, где-то я его, кстати, тут видел. Вот он, отлично. Давай-ка мы поедем вот сюда. Угу, да, три серебра, в принципе, это не так и много, хотя на начальных этапах у вас и это. Итак, ребятки, думаю, стоит на этом закончить. Выполнили мы вроде как первую главу, ну или, по крайней мере, сделали 5 этапов, а выполнить или не выполнить, я еще не знаю. И на этом, я думаю, нам стоит закончить. Если вы хотите, чтобы вышел следующий ролик по Драгисану, давайте-ка пускай это видео наберет хотя бы 50 лайков. А на этом все. С вами был Борода. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.